Так, мы сейчас на одной из лун Хадсона. Ареал, по-моему, называется. Давай, давай, закачивайся. Долго, долго. Сейчас у нас Нокс спрятанный в кузове. Сейчас попробую вылезти на нем. По поверхности полетать. Есть атмосфера, значит ветер, значит торможение возможно. Навигационной точки, это хорошо. Сам Хардсон, он... А это фрилансер. Четко, четко. А, он уже виднеется. Корабля вообще мощно идет. Кто бы там что не говорил. Да, здесь можно все заказывать, все, что хочешь. Отлично. Можно сразу париться, не париться, лететь в Хардс, заказывать паров. Так, у нас Ареал, да, на Ареале можно заказывать технику на базе без всякой там проблемы. Тут у нас Нокс висит, сейчас попробуем на ней выйти. Охренеть, там темно. А чё он у меня висит? В воздухе, что ли? Нет.
Багуется что-то корабль. Отлично, значит, Нокс свободно помещается в фрилансер. Не багуется. Cutlass Black, там он багуется. Я так понимаю, фрилансер один из самых доработанных кораблей сейчас на данный момент, поэтому... Офигеть, пиздеж. Ну чё, сейчас полетим навстречу рассвета. Рассвету. Тут такая база, тут можно все заказывать. Нормальненькая такая. Походу миссии можно делать, майнить и миссии делать. Короче, здесь уже есть чем заняться. Не знаю, насколько можно удаляться вообще. Пустошь. Вот только не посмотришь. А ну-ка, где у нас карта? Даю за карту. Латан еще есть. А это какое? Но он очень далеко. Очень далеко. Тут какие-то странные текстуры, что ли, не помнишь.
3,5 километра мы. Вот там странные горы какие-то. Очень странная гора. Страшно будет. Ничего себе. Оп. Я не хотел, я не хотел. Да, горы здесь, опа. Горы здесь очень странные. Ульда, как какашки выглядят. Гейзер вижу. Термальные источники, там прям типа лавы что-то. Ага. Хадсон поблескивает за своим городом, наверное. Это Лорвилл сам даже как-то отмечается. Я думаю, это он блестит, да? Там утро сейчас. А ладно, пойдем парканемся туда на Хадсоне. Хотя я сейчас понял здесь то, что фрилансер самый быстро летает в арпе, в нем помещается ног без проблем, больше никуда не надо. Остальное все ясно. Хотелось бы, чтобы они добавили всякие развалины кораблей здесь, еще что-нибудь такое. Там скалы здоровые. Какой-то.
похоже что-то на скелет. Опа. Генерируется прям на ходу ландшафт. Была только что вдали скала виднелась. Все разные, они все разные. Четко. О, солнце встает. Камеру себе делаешь как хочешь, здесь вообще четко на плане. Осматриваемся, ничего не видно пока. Необычно. Спящих драконов похоже. Образование где? С
сколько мы отдалились от нашего корабля вообще? 19 километров, ни хрена себе. Жестко. Ну вот, ареал посмотрели сегодня, в следующем видео посмотрим другую планету. На Магду я хотел слетать, но она что-то, база там не заблинговалась, не мог ее выбрать для навигации. О, четко. Ух ты! Я на орбите. Ну так, да. Мотоцикл имеет свойство взлетать. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, можно просто горючее сжечь и все. Еще двигаться все для этого нормально. В общем, все классно. Сероводородная штука. Да, шлем этот багованный, конечно. Блин, классный мотоцикл.
Я рад, что его взял. Да, следы остаются. Такое время, но они остаются. Исчезает потом, да. Четко. Ну ладно, хватит нам обзорить планету Ареал. Хадсона, кстати, уже почти не видно. Он далеко в небе. С блестящим городом. Поверхности. Это отражение от города, наверное, идет. Самой башни. Не, Нокс эта тема. Очень она понравилась. Классная байка. км корабль. В общем, так. На сегодня пока хватит.